Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Капитан Крым». Представляете, на днях «Автодор» поменял тарифы на своих платных трассах. Лично для меня это стало очень неприятной новостью и очень неожиданной. Для транспортных средств первой и второй категории отменили скидки по транспондерам. Скидка за оплату по транспондеру сохранилась только на ЦКАДе. На трассах М3, М4 и М11 оплата по транспондеру стала такой же, как оплата наличными. Прибавка на разных участках стала превышать 50-70%. На мой взгляд, это значительные деньги. Теперь выгода осталась только в бесконтактной оплате и проезде без остановки. Это касается транспорта первой и второй категории. Это у нас легковые автомашины и прицепы к ним, мотоциклы, среднегабаритные транспортные средства. Для дальнобойщиков скидки сохранили, но не все. Например, на трассе М11 отменены скидки по транспондеру для всех категорий транспортных средств, способов оплаты и маршрутов, кроме перегонов с 208 по 668 километр и с 208 по 684 в обоих направлениях для машин 3 и 4 категории. Также отменен ночной тариф на платных участках с 58 по 97 и с 97 по 149 километры. Это у нас трасса М11. Автодор при этом утверждает, что программа лояльности стала удобнее. Для того, чтобы получить скидку от 3 до 15%, нужно сначала накопить определенную сумму баллов. Их начисляют за уже совершенные оплаты проезда. Зато теперь скидку можно активировать оперативнее, а при отсутствии поездок отменить с возвратом денег. Раньше скидку можно было купить по накопленным баллам, например, если у нас сегодня август, можно было купить на сентябрь или октябрь. Я так понимаю, сейчас дали возможность покупать скидку сразу же на ближайшие дни. Вот такие сюрпризы ждут водителей по пути к морю в августе-сентябре этого года. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Капитан Крым». Всем пока!